Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели. Смелые люди, которые регулярно рискуют, а порой и жертвуют своими жизнями и здоровьем ради тех, кому требуется помощь в экстренной ситуации. Они рядом в стихийных бедствиях и ЧП на воде, при техногенных и автомобильных авариях, пожарах. В системы ГО и ЧС, а также МЧС только в Сургуте сотни человек. Многим из них уже в конце недели предстоит встретить момент смены лет на дежурстве. Как отмечают спасатели, первые вызовы Нового года чаще всего поступают с боем курантов или спустя 1-2 минуты после. С 31 на 1, как и все, то есть ждем боя курантов. Ну, все равно уже, как говорится, по сложенной не традиции, а статистике, готовы к выездам, в принципе, как и в любой другой день. То есть это простое дежурство. Независимо, с 31 на 1 это или еще когда-то. Это просто люди заступили на дежурство, и они будут также работать. Праздновать будут уже потом, когда сменятся, придут домой, с семьями будут праздновать.